Они устроили нам очень интересную викторину, рассказали о безопасности в соцсетях, как вести себя вообще в интернете, также на улице, о безопасности. Полицейские разъяснили школьникам их права и обязанности, предупредили об административных и уголовных наказаниях за совершение правонарушений. Такие встречи, уверены сотрудники регионального МВД, умножают правовые знания подростков, а еще развивают в них чувство ответственности за свои поступки и формируют уважительное отношение к закону. Правовая викторина показала, что ребята хорошо знают право. Практически на все вопросы викторины ребята ответили верно. Это вызывает нашу гордость, нашу радость тем, что ребята интересуются всем, что происходит в нашей сегодняшней России. Познавательные встречи полицейских и подростков в период летних каникул проходят ежегодно. Это стало частью всероссийской акции «Мы граждане России». Ее запустило движение «Первых», союз, который был создан еще год назад по инициативе президента. Теперь он объединяет все молодежные организации и движения страны, в том числе Юнармию, Большую перемену, Российское движение школьников. Во всех состоят и юные жители Владимирской области.